Сегодня суббота. Потом мы подойдем. Сейчас чтобы не было. Челу, челу. И там ты будешь делать. Да, вот дико бай. Да. Ну,
This is no no eat. This is worship, worship, titi, worship, worship. Oh, beta lang jayegi. Do. Ha. Beautiful. Okay, I love you. Very beautiful. Yeah, oh, beautiful, huh? Hare Krishna. У нас этот хлебушек. Куда? То есть кто нам плакал, получается? А мы должны садить, мы рассказываем. Мы дочери не было, они в прошлом были, по-моему, Дандакарани мудрецы. Или, или гопи, я не помню, там по разные версии есть. Ну, Арчимути расскажет. Для тем, кто переплывет Конго, там мы расскажем, что если не будет плавать. Я у книжки посмотрю. Сначала мы сначала плывем, потом нет, мы сначала ползем, а потом плывем. Ага, да, на мокренькой. Филяса, ну как, куда вам этот компромат? Во всемирную. Ненормальная сеть кришнаитов. Да, да. Ненормальная. Ну что ж ты с телефоном, мне не надо плыть. Нет, вам не пасхи не плыть сегодня уже. Ну хороший пасх, а там, наверное, километр больше даже, да? Нет, кто там? Ой, а тут пониже можно как-то пойти. Будем пасхи понизу, вот как хорошо. По ступеням? Нет, вот здесь вот, там же камушки-камушки, нужно собрать. Видите, как хорошо представляется. Дандават, хорошо, хорошо. Путин, да попит, валиду дандават. И кам тугедет, ду дандават. Ну, ду? Говори, валиду дандават? Ну? Of course, ду. Мама! Ask. Как это будет? Валиду дандават, парикам, виспор дандават. Мы еще потом пойдем. Если мы в каждый раз зайдем, то мы не дойдем даже до Вриндады. Ну, на обратном пути храм, храм, базар, красный базар. Очень ужасный базар. Кстати, лимит времени и денег, которые можете там. А потом ползать и плавать, если храм, который слышали. Иди, иди. Thank you.
Увеличить, потому что, смотрите, они просто огромные. И это вот летучие собаки. Мыши? Ну, это они называются англо-английски фокс, лисички летучие. Но а вот наверху кто-то же мы никак понять не может, это огромные. Ой, внезапно. Каждый слышит. Рады. Представляете, вот такое показать каким-то нормальным людям, так они вообще... Кому не надо, ничего не увидят.
Вот эту, вот эту. Ты можете прочесть эту песню? Храм Бита Бихари. Приходите в храм Арни. Между прочим. Шри Вимал Бихари. Телю, быстро. Сейчас, сейчас, она только успокоилась. Нельзя фотка. Линда. Линда. Так,
зажигалка не работает. Это свадебный наряд. Это мама. Я не могу так уйти. Очень дружелюбное место. Радей. Радей.
чтобы не холодно. Это полосатый, который у нас в пантомиме. А, сегодня? Нет, вчера. Вчера? Четырнадцатый день. Пахнет вкусно. Голодно уже организм? Нет, просто вкусно пахнет какими-то пончиками сладкими. Пончик. Блаженная на линии. На линии Канта. Я люблю там Иван. Что вы чувствуете? Я люблю там Иван. Ну, чтобы он так любил. Чтобы он был таким персональным. Это как-то слишком. Кто телефончик заберет? Здесь у тебя телефончик забрали. Я бы сейчас попросил. Гопинат? Полетели. Опа, спасибочки. Yeah.
Рады, рады. Ну, дальше. सर कहाँ चल रही है? लिया किसका फोटो ले लिया? हाँ 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 आप ले लो हमारा ले लो हाँ याद करो दिल духовный мир очень узкая Rady, rady. Оказывается, что Драупади, ну то есть Драупади не так подошел, если бы Кришна, то есть когда встретилась с Драупади, жена Кришны рассказывала, какая она несчастная, она вообще
как это в изгнании сложно приходить. Они сюда приехали. Приходится. Они сказали, ты знаешь, что твои сыновья у нас в Бхарате, мы не заботимся, но Кришна все время в Камьяване. Вот это видео, просыпаешься, когда негатив, какая-то выглядит за окном, и ты знаешь, он в время глаза сидел. Ну, еще бы хотел бы провести, конечно, подальше. Мы не пойдем туда? Да нет. Что это такое-то? А заскочите. Это дворец? Это дворец Пандавов. А что, мы не пойдем? Дворец Пандавов. Ну, пошли на минутку зайдем. Вы можете постоять? Да. Давайте, мы пойдем. Пойдете посмотреть на дворец Пандавов. Раде, раде. Satisfy the desire of five Pandavas and the wonderful wife Draupadi to have a small bhajan kutir in Kamyavan. Interestingly, this time out of 14 years of the exile, one in hiding the last year, we spent many years here in Raja. And Kamyavan was one of his favorite places. Krishna really likes to keep his even Aishwarya devotees in Raja. That was his secret plan, definitely. So Vishwakarma, knowing that princess just cannot stay in small hut overnight, about the wonderful imitation palace here, he got to Rasikamba. This small palace, not very big, but with 84 very
festival different beautiful columns which represent 8,400,000 species of life. So come soon to Churasikamba. In on the other side of Yamuna where Krishna Bhagavan was playing as he was when he was a boy. So we should come and make an imitation of this pastime place here for the Pandava. This state here will come soon to Dharmakunda, and the story we know from Mahabharata is Dharmakunda where Yudhishthira Maharaj, and by his knowledge, wisdom, and following of Dharma, had to recover his four brothers, take them up of grip of death. There was a beautiful well and this tree in the forest were not supposed to be discovered long time. Now we know the story also, now we're putting all the stories together for you from Bhagavata Mahabharata, so you can visualize the place in your heart. And also what Draupadi Akshaya Patra, the special pot which she was provided for. One, look, I don't know out of what it was made, it looked like golden vegetables, very special, not very big pot. And she was cooking, the queen, she was cooking very nicely in this pot. So many different preparations every day to feed any number of people. It was a really divine pot sent from heavenly planet, so she doesn't have all day to wash and cut vegetables. You know one story, when Krishna came one time in the kitchen where the ladies, Vidura's wife, Uddhava's wife and Draupadi were cooking together. And he asked which service he can do. And we know that Krishna is not very expert at many things. So Krishna was asked to wash and cut vegetables. He washed the vegetables nicely and then he started cutting the vegetables and the result was very bad. He cut his finger immediately. And that time Draupadi, looking at her beloved Krishna friend, her eternal friend Krishna, she ripped his very, very expensive silk sari which she was wearing for the wedding. She ripped it into like a long, long piece of it to tie Krishna's finger which was bleeding. You only hear a few times in the whole Bhagavata Mahabharata stories about Krishna's bleeding. Just to create Krishna's devotees' special worry about Krishna. Bhishma Deva shooting arrows like offering red roses and seeing the stains of blood on Krishna's armor. And Draupadi seeing Krishna's finger bleeding and cutting her sari. Krishna promised that time he will measure every thread in this piece of cloth and when time comes he will repay his debt back to Draupadi. But he was not only repaying the debt, he was all the time little he told Draupadi about that. All the time when they were in Kaviyavana and other places in Vraja, he was always watching over them. When Durvasa Muni came with his 60,000 disciples, prompted by Duryodhana to come and destroy Pandavas by his anger of a hungry rishi and his disciples, Krishna helped Draupadi by finding a small piece of vegetable on the side of the pot. It was sudden after the Draupadi cooked, fed her husband, ate herself and washed the pot. The pot was free for the day. Devi was not obliged to cook. Durvasa Rishi arrived at the time when everybody was fed, Draupadi washed the pot and rested. But because she was very tired, there was a small piece of vegetable stuck on the pot. Durvasa Rishi coming angry and hungry to the place was sent very cleverly by Bhima to take bath. In the meantime, Draupadi meditated on Sri Krishna right here in this forest which fulfills all the spiritual desires and removes all the worry, be spiritual or material. So Draupadi, praying to Krishna, opened her eyes and she saw Krishna was there. And she approached her, told, I am very hungry. Draupadi started crying. You also hungry? Here is Durvasa with his so many rishis. And I, what am I to do now? I cannot cook. Pot will not give you anything. I already ate. I'm so fallen, so unfortunate. Krishna told Draupadi, you think yourself very clever, very good housewife. Give me the pot. Draupadi gave him the pot, still crying. Krishna looked at the side of the pot because he has some like curved part. He said, look, Draupadi, how nicely you wash the pot. This is our queen. Look at this dirty piece of vegetable. That after washing, it's supposed to be dirty.
Drupadi, I'm so sorry, sir. Can you give me this? I want to eat this. He did not wait at his scratch it off with his finger, put it in his mouth. What happened close nearby where Durvasamuni was bathing, already getting more and more heated up because of hunger, but his disciples, they all felt that they completely stuffed, like we yesterday. Like we had so much prasadam in the evening already, in the morning, anybody wants milk? No, yesterday, so much, sorry. The same Durvasarishan, his disciples, they stayed in the water, chanting their prayers long time. Just felt like, oh, prasadam is coming up to the neck and up to the head, and they burp. And they just, they look at Durvasarishan, we cannot go, Draupadi's cooking feast, we'll come, we'll die, we cannot even eat a morsel of food, let's run. Durvasa says, I also, let's run. No, go see them at all. And they ran, and Krishna and Draupadi waited, they chatted together. Very happily, waiting for Durvasarishi to come. And he didn't, because Krishna is Paramatma in the, everybody's heart. And he also, the fire of digestion in everyone's body, he made the arrangement for people to feel very, very full. When at one point Krishna's queens came to the forest of Kamyavan, they started talking to Draupadi, and Draupadi mentioned that she's a very unfortunate friend of Krishna, because Krishna never cares about her, only comes to save her when it's real, real horrible danger. And then they always have his association. At night, they spend the nights with them, to playing chess, sleeping together, embracing him, having their children. And the queen stopped Draupadi. They told, what are you talking about? How many years you're in the forest? Draupadi told them. But where are your children? Draupadi told, with you. You're taking care of my five children. They told, yes. And where is Krishna? Draupadi told, with you. They told, wrong. Krishna left as soon as he brought your children to Dwaraka. He's always with you in Kamyavan. You don't see him, but you have to very carefully look around. When you wake up, he's standing behind Bhajan Kutir, protecting you and your husbands from the wild tigers, from bad people. You see very often blue forms in the dusk. He's just watching you going to sleep. He's providing you fire, foodstuffs. You have no idea. He's always with you. We never, all these years, have his association. And Draupadi really started crying. She knew that Krishna was her friend, but such an eternal, all protected, all loving, she had no idea. She went to apologize to Krishna. You're my Sakhi, you're my Krishna, you're my Draupadi. Even you don't like me so much, I will see you and always will be with you. Please keep on being my beautiful home, my wonderful Sakhi. Nitin. Что это за храм? Мадан Мох. Под ковриком здесь фонтан, вот под этим. Закрыт сейчас холодно. Но он там есть. Так, все, у нас просто печеньку мы уже доели. Печенька очень была размазана, Шимананда заботливо убрал ее. Теперь можно спокойно от печеньки Лолиты отмыться. Печенька шоколадная. Надеюсь, Боря больше не даст мне печеньку шоколадную. Давай теперь эту ручку. А? А? Она на Даршан хочет. Мы сейчас тебя на Даршан. Сейчас отпустим тебя на Даршан. Сейчас вместе пойдем. Каким пощеки делаешь? Я не знаю, я же не вижу. Не, ну, притворись Мурти. Why you get this? Where you get this here? This from Brinda Devi. Brinda Devi.
тяжело, это очень тяжело. Да, да. Покажите, пожалуйста. Спокойно. Если вы будете 5 килограмм бросить, тогда будет так. Бойтесь своих желаний в Тхаме, они все сбываются. Вы часто вы себе эти мурти? Вот папа знаете, как на базе навешивать. Сейчас будет очень страшное место. Надо помочь. Страшное место. Испытание на это. Испытание на выносливость. Нет, только самое необходимое. Базар. Базар ждет нас. Юля, вазочки вам, дайте какие. Да. Я купила. Это для чача? Нет. This is for altar. Oh, this is for flowers. Yes. Рады. Базар это не такая достопримечательная вещь. Ну, может, кому-то будет интересно. Он очень длинный. Хари Кришна. Вот они готовятся к празднику, все придут эти штуки. Розовые баночки. Для украшений для замужней женщины. Very good. Глаб Джамона. Можно поесть глазами. Рады, рады. Тонны сахара. Это ягоды, которые мы вчера собирали с колечко. Вы на выход? Тоже сюда, да? Всякие пищалки, кричалки, гайдри, мантра.
сейчас все будут так отчёриваться. Возьмите ситечко, если хотите. Так, мальчишки, а где ваши? Это ваши? Это Юлина, а это... О! Ого! Красавчик! Радость я! Спасибо тебе, дорогой! Черный мальчик принес ножик. Шри рады. О, ему хорошо, и уходить не хочется, и стесняется, да? Победила! Это как эти... Как рожу телят вот гоняет, да? Прикиньте, распирает человека, да? Вообще, это не очень круто. Классно. Я аж рот закрыл. Стесняшка. Прям в прямом эфире смотрит. Это ж так классно. Посмотри. Давай кружочек. Не надо, ну зачем? Я шучу, шучу, шучу. А вы за ним второй. Украли Даршу. Просто украли Даршу. Украли Даршу. Украли Даршу. Дарма Радж. Можно?
слушаю, все говорили всем да-да-да, сильные песни. Я делаю то, что Кришна хочет. Пойдем. Привлекательный мужчина, которому поклоняются все женщины все время, чтобы привести так хорошего мужа, такого же, как он. Кама и Ишвара, повелитель Кама. Кама и Ишвара. Время, материальное желание. Почему я вообще надо? Чувствовать пароти, чтобы пробудить в нем материнскую любовь, он одевается. Ну, он похож на Хануана, написано «батюк» над этим маленьким браком, над мальчиком. И она начинает к нему чувствовать влечение, потому что она в гневе бывает у нее. Такой страшный гнев, что ничем его нельзя сломать. И вот этот батюк маленький. Пузатенький брахман мальчик. И она, ну, вот как помните, когда Кришна в воде Бадри. У тебя сердце, говорит, нет, а у него есть сердце, она маленького мальчика, Господа, шел. Взяла на ручки и он сказал, ну вот, и теперь, говорит, все, теперь ты уже простила меня. Ну, я тебя, говорит, вообще не знаю, станешь мамой. Он говорит, нет, не знаю, ты муж, муж и твой. И стал помочь. Он приходит, смотрите, тоже тебе, это был Вишанка. Тут не полезно, тут я у нас уже короткая, но можете покупать Вишанка. Вот, слушайте себя. Я тут на горло буду. Плохонько видно. Конечно, просто вероятно, где же корова, это самое, перерать, судя по всему, может быть, непонятно. А там вот что-то делаешь. Ну, по крайней мере, корова здесь размера с Кришной. То есть, ну, видите, такие махонькие коровы, это хильники. И это Господь Парашурам. Помните, интересно, что это самое? Рама Парашурам встречался со всеми воплощениями Рамы. Был Рамой и с Рамой. Вечно с ним пробует силу, да? Это удивительно. Это удивительный Шьям Кришна. Просил его, когда мы с женщиной познакомились, только его зовут тоже... Непонятно, в общем. Кришна узнал, что у него благословение, что он ничего никогда в битве не победит. Если он будет сражаться против пандавов, то точно не проиграет войну. Он пошел к нему перед войной, перед началом битвы, и сказал, можешь ты со мной. Можешь ли мне взять то, что прошу тебя вместе? Просил этот Шьям, который Шьям вообще по-другому можно назвать. Вот, и сказать, что ты хочешь, говорит, хочу твою голову. Отсеки свою голову, говорит, как же буду в битве участвовать. Говорит, я хочу, чтобы ты не участвовал, а наблюдать. А говорит, я тебе дам благословение, ты станешь вечным, голова, ты будешь наблюдать, я на дерево повешу. Видел всю битву, наблюдал, комментировал.
Вот он до сих пор вот так вот ему поклоняется. Вот там, да как его зовут еще? Вот этот, ну вот этот, который голову вот, Кришна отрезал, повесил на дерево. На Говардане. Какушьям? Какушьям, нет, еще какой-то быть далеко. В общем, вспомнил. Да, так что мы только с Наликой на Голодане с ним познакомились, оказывается, очень. Ну, что не было, что было все время на Hare Krishna. Да. Спасибо. Здесь 5 пандов останавливались. А бипютерн дезер, кадри и фир пандов. Новый и старый. И вараха рупа. Буди весь вараха. Он топа удивает. Вау. Зараха дэвы буде. Вау. Чуйся. Вау. Шила Прабхупада? Да. Шила Прабхупада? Ага. Хари Кришна. Хари Кришна, Бхагаван. Джай Гопал, Джай Говинда. Это вот божества, которые изначальные, по-моему, да? Вот эти вот. Дети, идут, дети. Где папа? Где папа? Папа, где папа? Я не могу. Варахадев чор легай, вопр удар угаемся. И сила Прабхупады с Кришной Баларамой, как положено. Ну как же Кришна с Баларамой с пантером? Яма, ну-ка Ты мать beautiful, а? Шахар. 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 Ш
Шани. Rade rade. Профессиональный вандалочек. Смотрите, Юрий, когда ложитесь, вообще. Смотрите, я балки, если не смеет, смотрите. Посмотрите, Гори. Дали. Семейка. Шимананда приняла Мавини в Кунде внезапно. А где это вообще произошло? На входе там. На где собаки летучие. Да. Все просто шли и упали. Не, пасени, пасени, пасени. Ой, прости, пожалуйста. Дейду. Вот так вот. Милость. Надо было его, может, сразу здесь и постирать. Чтобы дома. А, да это спрятан. Точно, я хоть и не нашел. А вы входите именно вот как полихрому вокруг, да? Вот получается. Мы уже закончили. Именно вот так вот или полностью там я вам? Нет, там мы просто обошли. Мы оползли на всякий случай. А сейчас пойдем.
пойдем плавать, так что вы отходите, пока мы пойдем за ручьем. Ну, надо же в слезах любви купаться, только куда-нибудь. Хари Кришна! Гори! Все, купаться? Мне кажется, саровар больше. Смотри, какой, например, пава на саровар. Кусум саровар. Кусум вообще огромный, но вот према саровар ले महाराज यहाँ पकड़ो पहले एक बार पल्ले वाला ले पीछे खिलाते नहीं तुम रामवीर रामवीर ना आया गया वो तो ये दार है का हाँ बाहर तो ताला लगाया हो अभी добьем а что вы едите все чачу нет вот это просад какой-то дали сейчас сначала китайская. Леска, давайте подойдите, что там пока не готовы. Вот. Сейчас мы с Юлей удивительно ужаснейшего божества. Ужаснейшего божества по имени Хау. Была он, наверное, в том углу. Это углу. Это божества, которые изобретены мамой. Еще вот эти отвращения верховного Господа. Шри Кришна. И Баларама. Балараму тоже очень непослушно оказывается. Даже когда Рахини мама придет, их зовет, их все обратно на просад, и это не удается, и Шуди мать удается только с помощью этих замечательных хоббилов. Два божества. Вот они здесь, они, как видите, сегодня очень вкусно накормлены, потому что Дипавали сладостями прямо в рот, чтобы не кусались. Шуди мата когда зовет, здесь еще Шудакунда, она обычно купает здесь маленького мальчика. Кришна здесь и деревня, она рядышком родилась. И маленькие дети не очень любят купаться, чтобы его стращать. И заставлять делать то, что нужно. Она его попугивает временами. Вот, страшно, да. Она, да, еще Дамата, да и Нанда Баба. Они не нравятся там на современном. Посмотрите на этих удивительных божеств. Вот, и божество, которое на Алтае удивительно. Чамунда Деви. Чамунда Деви, это который, одно из самых ужасных воплощений Деви, который убивает демона с помощью всех шакти, Нараяны, Брахмы и Шивы, потому что по благословению эти два демона могут быть убиты только женщиной. И вот. Но по понедельникам у них совершенно удивительный, потрясающий наряд. Я его видела по месту этого удивительного старого пуча дедушки, он нас позвал, когда мы стояли здесь. Ешуда, на самом деле, это Ешуда Матах. Вот так вот у них служат рученьки. Этот самый замечательный наряд состоит из отсутствия полного дигамбара. Отсутствие наряда. Она когда не одета, у нее вот так вот две рученьки. Здесь вот такие маленькие, два мальчика. Она держит Кришну Баларама на ручках. Вот такая страшная Чамунда Деви. Когда нужно, она Чамунда, когда нужно. Она Ешуда Мата, она кормит абсолютно всех страшных львов и тигров, как видите, без голов уже. Потому что мальчиков они пугают, но они все очень добрые. Здесь, кстати, в Камьяване есть очень много львов. Рассказывают много историй про то, про, как их приручали садху, выкармливая их молоком и всем остальным. И потом одну историю говорят, 50 или 60 лет назад, один садху, очень знаменитый баба в Камьяване, он приручил одного льва, который ходил к нему под Бадин Кутир, вот, и в конце концов лев просил у него инициации. Вот. Баба сказала, что знаешь, для того, чтобы учить инициацию, нужно год собирать мадукари. Все ему сумку такую нашу и сказал, велел. Нам рассказывает, помните, он велел приходить, это здесь ко мне, велел приходить к дому, скрестись в двери и показывать. На сумке написал мадукари для гуру. Вот, и лев целый год собирал. Сначала все боялись в Камьяване. Он целый год собирал мадукари для гуру, получил инициацию. Наверное, ушел обратно в духовный мир.
напугать Кришну Баларама, когда им нужно вовремя вернуться на Вишну, чтобы Нанда Баба еще сюда с голоду не умерли. Вот, пожалуйста, посмотрите. Если Дукунда была вот здесь, они говорят, но она только заполняется водой, это поле, когда очень хороший сезон дождей. В общем, мальчику не нравится особенно зимой купаться, поэтому он, видимо, говорил йога, мою кунду высушить, потому что для этого есть немало кунда рядышком с кучей летучих собак. Замечательных цапель, непонятно, какие эти птички, видели черные уточки, там очень много змей, кстати. В этой пункте я бы сосяла не сразу, не скажу, тут и самое. Бабушка, я тебя пошла. Вот, ну да, еще никого не кусали, никто такой, вот она не зацветает никогда ничего, да. Это кунда или молокунда образовалась. Ну, разные предания есть, ну, из слез или из пота. Вот это самое, стекавшего совершенно счастливых дочерей и малого Махараджи, которого было очень много жёст, и у них у всех было очень много дочерей. Число это самое, в общем-то, совершенно не важно сколько, от 20 до 60 тысяч. Вот, ну, там это уже, вот, в общем, выдать им замуж их не мог, никаких, никаких хороших брахмачари, принцев, царей не было. Вот, это самое, их было, это самое, по-моему, это самое, сразу после сати йоги, короче, пришлось ему пойти в аскезу, он был хорошим, бледным был до Кришны. Кришне пришлось проявиться. Ну, это вот и распространиться в такое количество принцев, мужей, жениться на них всех. Он привел сюда, ну, и сказал, поскольку правилам Кали-юги не следует, можем потанцевать. Давайте покупаться. Вот они наплакали, напотели, натанцевали это озеро с тех пор. И мало так звали царя. Еще это значит абсолютно чистое. Мало это скорее. Никакого скрина ни в книгах, ни в царите, ни в Кришне, у которых столько жен еще до того, как он приходит маленький Танай, до того, как он женится на 16. Где 16 тысяч, а где 60? Хари Кришна. Но Кришна всегда выполняет желания своих преданных, какие бы они ни были, потому что потом они отрекаются от этих желаний, когда они выполнены. И уж могут спокойно, радостно служить ему бесконечно, вечно и безо всяких просьб. Хари Кришна. Спасибо. Нектар. Вкусно, сама. Значит, значит. कोई अखबार कागज पकड़ना आएगा На возик же был. История про мартышек. История про мартышек такая. Радыка очередной раз поссорилась с Кришной. Кришна сказал, что она вообще-то должна его уважать, потому что он верховная личность Бога. Вот и вообще он та самая источник Рамачандры и всех остальных замечательных вечных божеств. Так что это самое. Нужно бы к нему прислушиваться. На что девочки сказали ему,
Харе Кришна. Дорогой Верховный Господь, мы пошли своим путем, вообще ни на что не способен. Ты сам посмотри на себя, это позор нашей деревни. Вот. Значит, у Кришна тихонечко отошел и стал шептаться с одной мартышкой. Она просто большая лужа была, ну немножко, не лужа, может, озерко воды, но была вязкая липкая глина, поэтому девочкам не хотелось по ней идти с горшками. Она сказала, если ты такой Верховный Господь, то можешь доказать нам это, сделай мост на ланку, раз уж ты Рамачандра. Да, покажи свою удаль, а мы тут пока посидим, погуторим. И они сели, а Кришна стал шептаться с мартышками. Мартышки выстроились в три ряда и стали вот собирать эти большие прекрасные карми и бросать в лужу. И басоль нечто похожее на мост. Кришна еще он попросил мартышек писать пальчиком водой. Рам, рам, рам. Лучше было не то, чтобы глубоко камни, не то, что там плавали, но, по крайней мере, гопи, у них глаза зажглись от радости. И с восторгом они сказали, может быть, ты правда какой-то особый. Ну, Нараяна, не Нараяна, Рам, не Рам. Ну, по крайней мере, что-то в тебе есть особое. Тогда Кришна заинтересовался и спросил, что именно вас вообще впечатлило. Гопи очень просто объяснили. Чтобы организовать мартышек, чтобы они в три ряда встали и да, носили камни. Говорит, это только Верховный Господь может. Вот 100% есть тебе что-то божественное. Они очень красиво, деликатно перешли через этот так называемый мост. Лужа скоро высохла, все об этом забыли. Камни до сих пор плавают. Ну, не то, что они плавают, воды на них нету, но на некоторых, правда, нацарапана рама очень видно. То есть, вот, потому что, когда Кришна пишет, прикасается к чему-то, на самом деле все плавится. Не только наши каменные сердца, а камни тоже. Смотрите на эту пыль удивительно. Смотрите. Пыль удивительно. Смотрите, что такая мягкая. Мягкая пыль. Вот так. Вот эта история про мартышек. Кришна иногда сам не понимает, как он чем именно впечатляет. Это фейерверки, Господи. Так. Вытащился. Вот так. Ну что, пойдем дальше или удовлетворимся? Не-не, там красиво, красиво. А? Там красиво, надо дойти. Мы куда-то не туда идем. Не туда вывали вот этот вот такой большой бабуль местный. Видите, какие у них толстые иголки, угу. Красиво. Иголки, иголки. Вот, иголки. А потом наш тоже, ой, никогда ни за что. А дед на него внимательно посмотрел. И сказал, как они такие. Это по это самое из Бхагавата, это самое цитаты, когда Кришна только можно колючкой вот через нос яду. И папа сразу так осел, говорит, Саша, понятно. То есть и все, они вытащили колючку, показали, как мне сейчас я этим уже способом, как нужно издали и сбоку. И они просто ему сказали шлоку из Бхагавата, прямо на Удавакунде. Вот, то есть, понятно, Удавакунда признала, да, свою услугу. И все, пошел, пошел как нормально, больше не пищал, не боялся. Кантакина, кантакам. Пошли. Как это переводится? Колючка, колючка вот так. Колючка, колючка вот так. Твоя любимая пятачкена. Пятачкена, спасибо. Я сейчас не могу выключить, пока я не вспомню, пока к Бхагаватам не подключишь, все работает на автомате, я это не делаю. Нам это не позволяет. То есть не контакт с духовной. А что? Не больно? Нет, наверное, не знаю. Она когда телефон в руки берет, она сама. Меня на другом фокус снимает. Вот они, очень конкретные следы, конкретной змеи. Ну, следа, ой, след от змеи. След точно от нее. А где сам Снейк? Да ладно, не медитируйте, потому что они поэты. Их, правда, в Кунде очень много. Кого? Держите. Ага. Вы теперь оператор. Нет, надо вот банановую это ветку. Наш оператор. Это, мать же, Юля, наш оператор. Вот. Нет, с этой стороны камера мне не нравится. Покажите банан. Да. Иду. Очень высокая. Очень много их там. Кела ка пед хай. Ага. И кела эсе лагай жати замин мен. Ек бар я фото ле. Вы такое больше нигде не почувствуете. На Гвардхане бы это камень. На Гвардхане другая пыль. Вода под землей, или там. Вот это что-то должно быть. Сейчас
Здесь они говорят, они настоящие, поддельные, ну, я не знаю. Вот это дерево, роща хураванного, удивительный золотой сад. И по дереву Машока птицу посадили. Она 8 месяцев там всего. Все, 8 месяцев пробыла. Слушайте, про Ашоку такую рассказывают историю, что как узнать настоящую Ашоку, она цветет красными, ярко-красными цветами раз в 12 лет. И на ней точно висят лампочки обязательно. Вот, выключателями. Вот. И если она зацветает только, когда очень красивая, счастливая, молодая женщина, украшенная стопой, легнет. Ха! Вот такая, например. Вот смотрите, вот там малюточка. Да, бананы. Надо у кого-то спросить. Вдруг можно. Видите, смотрите, этот гранат. Мне кажется, да? Да. Смотрите. Это не Ашока дикая? Ашока перегей приятный? Дикая крупая. Ну, я мы думаем. Где Ашока? Я думаю, более брички, то на кле Ашока более. Ты говорит, это оригинал. Я вы фото, а ты? Сколько фото? Вот это он что сказал? Это харшингар, париджата. Париджата, вот это самое? Ашок это вот длинная с этими острыми листьями. Что это за клён? А, это виноград? Это виноград. Саве, я тулси. Какая тулси, Арчимус. Ой-ой-ой-ой, не бар тулси. Тулсати. Ой-ой-ой-ой. Да. Это чампа. Чампа? Бڑے-бڑے патте дикь рэй. Ага-ага, кунца калор мара джи? Это джана гэра калор, хара дикь рэй, ае бڑے-бڑے патта. Ага. Это чампа. Не кунца калор фул ата, кюнки боло сафед. Сафед, сафед, сафед ата. Гулаб, чампа. Ашок, не, кела. भगवान की कृष्ण ये वाचन से इसकी सेवा होती है फलों की ये कौन सा फेरी बोलती ये तो वाली? ये तो अब बाहर से आने वाले हैं जो तुरंत लगाए थे ये तो गोड़ा में बोलते हैं मोटी ये इसको गोड़ेर बोलते हैं लाल कनाता लाल काजू गणेश पे चढ़ाते हैं हां गणेश पे चढ़ाते हैं ये सफेद है चंपा है जी ये मेहंदी जो हाथ में लगाते हैं अच्छा इसके फूल ये पत्ती घोट के लिए हाथ में हाथ लगाते हैं अब तो केमिकल वो आती है बनी हुई सोच से और ये 5 मिनट में सूख जाती है ये अच्छी वाली है शुद्ध इधर ये नींबू है नींबू कहां पे ये नींबू लग रहे हैं ना ये लग रहे हैं नींबू लग रहे हैं अच्छा वो ही हरी सी पत्ती हां हां अरे हां है तोरा पानी नींबू है ओए ये नींबू भी है हां
ये गुलाब है देखो ये खिल रहा है। हाँ पल्ली साइड में मोगरा है। वो ये तो बड़ी चारी है, मैंने बाहर से देखा। अशोक वाट का है, सब कुछ मिलेगा। पहले बहुत विशाल था अशोक का पेड़, यहाँ इस जगह तो वो गिर गया वहाँ में तूफान से। तूफान से आगे हाँ। सामने का एक कदम कदम हमारी केले कदम नहीं हमारे कदम कदम वो करोजा करोजा जो खट्टे वाला उसमें सब्जी में काम लेते हैं। हाँ हमारी पूछी ने मैं तारे काट ली हो ना पूछे पहले तो पूछ पे खा ले की देखो चंपा के वो चंपा का फूल का सीन ले लो देखो वो लग रही वो खिला हुआ चंपा का страшно. Ой, сад очень хочется. Это мечта. А вот просто видите, это сколько там немного места, не сколько. ये वो है जो लंका आप सीन देख रहे हो ये? हां हां. वो लंका है ये. अच्छा ये, वाला। जो ये खेती हो रही है ये सारी सारी लंका है। ऊपर वो टापू है जो वहाँ मतलब योग माया से दिखाया था भगत सखियों को। अच्छा वहाँ ये पत्थर बहुत विशाल बड़े बड़े पत्थरों से बंधा हुआ है। Вот это вот говорит, это на самом деле вот ланка сейчас, где сейчас все сидят. Сету, сету банда хуа, и как он там бросок. Йога Майя показала, типа это самая ланка уже, да. Вот Йога Майя помогает Кришне, она его сестра, она должна ему репутацию придать. Ее могра и могра, и сара ниче, ниче лаг ряд. Могра. Могра. А ниче вала, и сара и могра. А, ча, а ви пуль не есть, искань, то не вот это. ये भी नहीं ओ नहीं है हम पहचान लिए थोड़ा धीरे धीरे पहचान ले हाँ ओ ну вы пацан махоньки о махоньки взяли Что это у тебя из тебя выпадает на линии? Так, Наринка, что пособирала? Орлина, ай, бара. Здесь каргошки ли есть? Хамари пас будет каргоши гарты. Кувай ганна. Аччи, аччи. Вы кэнги, чунки вы сам. Орлина, ай, кя? Ор? А. Ор лауге? Хамара, ти гарпе, ты сама. Это банановые листья? Еще и больше хочет дать вообще. Красавица. Да не лай. Бельгири. Бельгири, ай. पक्षी घेर देते हैं ना पक्षी भी यहाँ पे कौन कौन है तोता है मोर है मोर भी आते हैं तोता भी घर पे पलते हैं मोर यहाँ आते हैं ना चुग्गा घेरते हैं ओ मोर तो बहुत बहुत आए ना तो घर चोच मरी तो चुग्गा घेरता है यहाँ खाने के लिए तोता मोर पपैया हाँ 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 वो ले लो दे इस पीपर में महू के उसको क्या बोलते हो आप ओ मधुमक्खी की मधुमक्खी की ओ बाप रे अभी छोटा है वो मधुमक्खी वाला बोलो एक अभी तो चलेगी एक एक बार तो इसमें 12 हो गया 12 छत्ता 12 छत्ता हां वाह तो मधु पूरा ही ढक ले आप हां और बच्चे भी निकालते हैं लेकिन बच्चे अपना अपना मधु पीते हैं ना नहीं कभी कोई धुआं कर देता है आग लगा देता है तभी काटती है नहीं नहीं काटती है डबुर वाला आता है ना ये भी फ्रिज बाय से मधु मक्खी है से ले लो उधर से ले आओ सीन आपके कैमरे में अच्छा हाँ देखो ये केला लग चुकी है देखो इसमें हम वो कैसे हो रहा है बनाना मैं देखो कितना साल तक हुई रहते केला को हो राजी जी केला को फिर एक दो साल में इतना बार हो जाता है क्या हाँ दो तीन तीन साल को अरे ये इतना लंबा पानी की तरह पानी है जो अच्छा है हमारे प्रॉब्लम को जान पानी तो वो करवाए ना तो हर एक फिर छोटा रहता है मतलब थोड़ा नमक ज्यादा नहीं लेकिन इतना बारा तो ना तो क्या रे मकई नहीं इतना बारा और ये गुलाब काट दिया गुलाब फिर दोबारा से हो जाएगा काटना चाहिए हमारे घर तो ऐसे लंबे लंबे हो गए तो काटना चाहिए सर्दियों के लिए अच्छा
Это похоже на пипл. А что, а ты? А ты, блин? Во. А? Нибу. Нибу? Джо харе вала хай, во нибу хай. Очень красивая форма листа. पहले इधर इधर की साइड में पपीता बहुत थे, पपीता करीब 500 पेड़ थे, अब के वो हटा दिए महात्मा ने। Знакомое растение, много знакомцев. Да. Но мы тут наверху пытаемся делать, но очень много сков, то мы хорошо. कितना अच्छा शुभ दिन आए हैं आज दीपावली और दीपावली में भी शनिवार शनिवार हनुमान जी का वार कितना कितना शुभ दिन आए हैं आज बड़े सोच समझ के ठाकुर जी ने भेजे आपको मुरली माले ने सोच समझ के भेजा हम कल भी आगे बारी बारी लगा रहे यहाँ से आ जाएगा आपका लंका का पूरा सीन देखो इधर से यहाँ से ये दोनों साइड पानी से भरी हुई होती हैं ये अच्छा हाँ बरसात में सब सारा भर जाता है बरसात में भर जाते हैं सब भर जाता है ओ बाप रे लेकिन पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते नहीं ऐसा नहीं कुछ ऐसे बंधा हुआ है देखो ये दिख रहा सेत बंधा हुआ है अच्छा खेत में या फिर बगीचे हाँ। में तो नहीं पहुंच जाता ना बगीचे में भी आ जाता है ज्यादा बेसाल पानी आता है तो बगीचे में भी आ जाता है ये बस्ती ऊपर छो गए फिर दोबारा से जागृत होती है ठाकुर जी करते हैं मेहनत जाताप ले मेहनत करने से सब कुछ बबरी को अरे कैसे कृष्ण भगवान सके ऊपर से इनको रामेश्वर और बता दियो रामेश्वर के दर्शन करने करके जाना हम यहाँ से कर देते हैं बाजू में ही है रामेश्वर иногда прям в сад я прям до дома доходит и тогда видно Ну, это слив, то есть это вода, через которую нужно переходить, и камни плавающие. Знаешь, где-то нас там можно раньше вам посмотреть. Вот, ну и Кудно говорю, как деревня, ничего, говорит, надо трудиться, и тогда вот можно вывести, это вообще без труда. Ну, если не прилагать усилий, то какая там лив. Вот, можете посмотреть на раньше, мне кажется, мы уже отсюда посмотрели. Вот, но зато в этом саду удивительно побывали, да? Сад – это предмет медитации. Не грустно. Не грустно было всегда 8 месяцев. В Раван очень много было благословений и очень много проклятий. Одно из них проклятие было такое, что он не может прикоснуться к женщине. Он вообще прикоснуться даже без ее позволения, без ее желания. У него был огромный гарем, куча возлюбленных, которые очень-очень любили. Вот. Но вот если женщина не хотела, он очень хорошо знал, что он умрет в ту секунду, как к ней прикоснется. Поэтому он не мог вообще, кстати, даже приблизиться. Ну, тем более, что говорят, что огнедев забрал сито, это было вот огни сито, да. Вот, и чтобы ее развлекать, у него была одна ракшаси, там, которая это очень нравилось, но всякие медленностью слушала раны, рассказы сито, да. То есть,
Вот, и вот этот сад мне насадить для того, чтобы Сити было не грустно. Чтобы хоть рядышком птички, пчелки. Вот и здесь, и вообще около не будет подниматься, сколько корреспондент. Вот, и это все из камьева на небе с этим, как называется, бути. Маленький. Что, ребенка несет теперь пальму? Банановое дерево, так он сказал, что на второй год, обычно на третий, они вот дают этот цветок банановый, потом за 2-3 месяца бананы вот эти уже такие. И после этого дерево уже не плодоносит, ни за что никогда его срубают. Видите, какие у них тосты огромные, таких никогда не знают. Вот. И от корня идут следующие, вот этот весь рощи, в общем-то, из нескольких деревьев. И вот так они саморазрастаются, говорят, очень благодарны, хорошие дерево. И вот, вот такая у него самозадача, да, просто предсоздать этот цветок. Это считается травой из сати юги, просто добрая трава. Добрым цветком, из которого несколько сот бананов вместе. Просто бочком друг к дружку трутся, друг дружке помогают расти, да. Потом дерево приносит свой дар Господу, покидает тело. Вот совершенство жизни. Это еще гуватика за колючка. И Кришна, который является источником всех воплощений, даже Рамачандра, который умеет командовать мартышками. Говорят, послушных мартышек в мире не бывает. Если ты их можешь чему-то научить, приказать им что-то делать, они слушаются, слушаются, значит, ты точно верховный господь. Прижимайся, удивительно. Интересное место. Трофей, вот я слово вспомнил. Трофей. Да, не без трофея. Я вот это зеленый белый. А они сказали, что эти плоды склевывают, ну, прям с веточек ему белый вот этому, который. Видите, Кришна мячики им играет. Вот этот, который. Кришнин мячик. Господу Шиве предлагают листья. Так это у него плод такой. На санскрите. А это плод, и с ним играет Кришна. Это очень хороший мячик, между прочим. Но очень жесткий, когда он в радугу или в дестюшек попадает, они всегда плачут. Кошмар. Мальчишки бессердечные. А меня заехали один раз, вот, видимо, похожей штукой в ногу. Это очень больно. А я по голове. Я стояла в гашале, рядом с гашалой дерево было. И стояла и возмущалась, хотя сказать, смотрела на герач. Не смотрела я на герач, потому что это было на Вриндавской дороге, поэтому я вышла с гашала. Смотрю на это дерево, вижу там плоды только на нем. Я думаю, господи, они уж такие деревянистые, побольше бы. А как Кришна может? Вообще, ну, два вида самых главных мячиков такой из амлы. Амлы, они просто горстями с ними берут и бросают. Так попробуйте поймать эти все амлы, когда они взлетаются в разные стороны. Вот, ну, второй вид мячиков понятен. На первый я стояла и бурчала. Фу, конкретно, что-то мне колючка попала под хвост. Стояла и бурчала. Вот, и мне как по голове страшно ударили, искры в глаз. Вот это самое. Я просто под этим деревом ее изучала. Господи. Вот бывает. Упала? Войти. Да, меня огромным белым по голове. Ого. После этого я Кришну уже никогда не критиковала, даже в уме. Просто, не, ну можно кокос, можно нам было расколоть. Оно маленькое, высокое такое. Ну, она же твердая это. Да, ну шкура, даже это уже твердый плод, да. А тот бы уже в коричневом. Он прям, ого-го-го, как вот, каменюка. Кришна или Радыка меня научили. Я как раз эту лилу сама себе рассказываю. Господи, бессердечный мальчишки. И где-то, когда ты рассказываешь, что Радыке в голову попали ларить, они очень плакали. А мальчишки все потешались. Вот это я вслух высказывала. Мне в подарок по голове. Совершенно живая, совершенно всегда отвечает за милость на любые наши прекрасные идеи. Учит нас все время любовно. Белым по голове. Да, так штучкой. Ну да, что попробовала как Радыки с Лолитой. Ой, это больно. Ну, плакать мне уже не хотелось. Сразу маски на место встали под мышку. Я с девочками, ну, буду молчать, учиться молчать. Даже внутри. Мартышки. Сегодня, заметили, на Вималаконте ни одной мартышки. Да, вообще не было. Они были до этого? Только они всегда в гигантских количествах. Говорят, что кто-то из... Нет, мне кажется, здесь мы не вон пристыкали. Они. Бананы. Извините, мы посмотрим. Да. Не такая большая. Вот, и... Мартышки. Говорит, что кто-то из этих царевин
иногда приходит в форме этих мартышек. Точно. Роман Марач сказал, да? Их тысячи всегда на берегах Ямала, потому что они, ну, прикидываются мартышками, все, они там, кто медитирует, кто вспоминает эти лилы, они перерождаются опять и опять, кто не хочет уходить, чтобы подглядывать за лилами Кришны. И сегодня ни одной. Поймал, правда, ни одной не было. Нет, не, ну это очень странно, на самом деле, потом. Вот, и на ланке ни одной. В смысле, вашу хватит. Самая лучшая. Пальма не очень видно, но она есть. You're so nice little girl, yeah? Вот. Опа! Принцесса. Принцесса. В машине едет банан. Little queen. Я? Рачка маленький. Вот банан. Рачка маленький? Юрочка. Юрочка маленький. This princess is Рачка маленький. Принцесса and Рачка маленький. Yeah, same meaning. Я. One English and one Hindi. And Chinese? Кунчу.